Скажи, сейчас вот Володимир скажет про чемпионат Украины среди школьников по МОНу, который будет проходить в июне месяце. 10-го. Смотрите, ребята, есть у нас Украинская студенческая федерация студенческого и школьного бокса, которая организовалась. Мы сотрудничаем с Министерством освіти и науки. Да, которые, то есть, они нас поддерживают, то есть, и мы проводим сейчас с 20 по 25 мая в городе Борисполь проводим чемпионат Украины по старшим школьникам. Это наши юниоры 2003-2004. Потому что мне уже подтвердилось там 16-17 областей, ну, заявки, что приедут. Но многие, некоторые я встречаю, говорят, а мы не знаем такого плана. Вот. То, я думаю, мы собрались для того, чтобы там уже дать информацию. Это будет Борисполь 20-25. Это будут юниоры, старшие школьники. А с 11 по 16 июня в городе Умань пройдет чемпионат Украины среди школьников. Это 2005-2006. Да. Так что... И вот смотрите, ориентируйтесь, куда поедут в основном только те, кто не попал сюда в призы. Кто здесь в призы попал, они у нас... На сбор легче будет сборной Украины по юношам 2005 года. Но, смотрите, официально первые, вторые номера мы у них берем все данные. Третьи номера мы не пишем. Официальный состав — это у нас первые и вторые номера, которые будут задействованы за счет сборная команда Украины. Да, сборная, да. Первые и вторые. Не так, как у юниоров и у молодежников третьи номера. Почему? Потому что у нас количественный состав ограничивается. Первый человек — это первые номера. 80 не может быть. Поэтому, чтобы вы понимали, и завтра, после второго полуфинала, буквально тоже пятиминутку мы соберемся, и те, кто у нас попал в финал, вам Богдан Алексеевич даст информацию, карточки информационные, которые вы должны будете заполнить и принести на взвешивание. Кто не принес на взвешивание, автоматически не будет включен, да? И поэтому вы должны сами написать тренера за своих спортсменов полностью все данные, плюс прийти на взвешивание с документами, отксерить, ксерокопию сделать, свидетельство о рождении или кого-то загранпаспорт, да, и отдать в секретариат. Это я говорю, завтра у нас будет пятиминуточка после полуфинала. Я почему сейчас попросил Володя, кто-то из вас после проигрыша может вещи собрать и вперед домой, на хаус. Поэтому, чтобы вам сейчас была доведена эта информация, и на завтра я уже более конкретно расскажу по нашим дальнейшим планам. Все, спасибо. Ребята, здесь по нашему направлению, какие-то по школьникам, чемпионатам Украины вопросы есть. У вас есть телефоны, звоните, пишите. Телефоны на положение. А скажите, ребята, тренеры, кто ко мне не подходил еще, подойдите, пожалуйста.